В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей России проводятся торжественные мероприятия. Воронежский музей «Диорама» сейчас готовит фотовыставку «Воронеж помнит». О том, что на ней можно будет увидеть и как добывались редкие кадры, узнавали наши корреспонденты. Великая Отечественная война. Здесь представлено глазами фото корреспондентов и просто жителей того времени. Фотодокументальная выставка создается на основе архивных документов. Говорят, работа долгая и кропотливая. Это выставка, которая посвящена сразу двум знаменательным датам для Воронежа. Это 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков нашего города и 16-летие со дня присвоения городу почетного звания города-героя воинской славы. Здесь представлены фотографии, отражающие дух военного времени периода 41-45 годов. Снимки дают возможность увидеть, каким был Воронеж в те далекие годы. На фотографиях можно увидеть жителей нашего города и прочувствовать, что они пережили, что они перенесли в то нелегкое время. Этим кадрам более 75 лет. Здесь и дети, гуляющие в парке в довоенное время, и оккупанты, расположившиеся на улицах нашего города, как у себя дома. А на выставке будет представлено много интересных фотографий. Одну из них я хотела бы выделить особо. Это фотография, которая предоставила нам режиссер Елена Эрцборн из Государственного фонда кино. На этой редкой фотографии изображен воронежский мальчик, играющий с автоматом прямо перед войной. По словам организаторов, фотографии позволяют узнать правду о войне, о которой многие ветераны порой рассказывают очень неохотно. К подготовке выставки подключились и волонтеры. Говорят, просто смотреть на снимки не получается. Каждая фотография оставляет свой отпечаток в душе. Вас что больше трогает, медсестра, которая раненого кутает там во что-нибудь и тащит на себе? Или там фото солдата, который лежит раненый? Или там есть фотография на площади Ленина, казнь? Я не знаю, что страшнее. Официальное открытие выставки запланировано только на воскресенье. Но первыми посетителями сегодня оказались студенты Воронежского педагогического колледжа. Такие выставки довольно-таки нужны современному поколению, потому что многие молодежь не знают даже, что происходило на их улице, какие действия были. А все-таки ради человечества и ради своего будущего мы должны знать, что происходило в прошлом. Ведь все-таки это часть нашего мира, а также люди, которые погибли на их земле, на нашей земле. Благодаря им мы в данный момент живем, смеемся и проживаем. О важности сохранения исторической памяти говорили и преподаватели колледжа, особенно для молодого поколения. Современная молодежь, она оперирует на что? На гаджеты. Что сейчас им дают? А вот историю нашу они знают в лучшем случае по каким-то художественным произведениям, там фильмы или литература. Потому что вот поколение то, которое у нас было, уже как бы вот отходит, да? Дай Бог им здоровья, чтобы у них было. По словам Светланы Заболотней, успех патриотического воспитания молодежи может быть достигнут только при слаженной и систематической работе всех участников педагогического процесса. А это работа музеев, патриотических клубов, встреч с ветеранами, а также празднование государственных праздников и памятных дат в истории Отечества. Вот мы даже сегодня собирались и говорим, так, встречаемся, музей «Диорама». А где это? А что? То есть, понимаете, вот обидно то, что как бы должна быть преемственность, да? Школа, там среднеспециальное образование, высшее образование. И уже, по идее, эта школа уже должна быть. Вы воронежские, вы уже здесь были. Вам уже проще, чем приехать там с Калача или с Патурлиновки издалека. Ну, вот есть, конечно, такие случаи, что они даже, вот у нас студенты, и не знают, что вот у нас здесь есть музей. Вообще грустно, когда люди не знают историю ни своей страны, ни своего города. Но вот как формат краеведческой выставки, знать, что в твоем городе происходило, но относительно недавно, это не так давно времени, не так много времени ушло, это важно.
В экспозицию выставки также вошли предметы военных лет. А на открытии ожидается выступление участников исторического клуба в униформе солдат Красной Армии. Меня больше всего тронуло те кадры, на которых современные фотографии, на современных фотографиях показаны действия, которые были во Вторую мировую войну, точнее, в Отечественную войну. То есть мы можем увидеть, что, какие действия происходили на данных фотографиях, на данной улице, возле дома. Ведь в данный момент, когда мы ходим возле этих улиц, мы даже не подозреваем, что там какие-то были действия военные или бой какой-то велся. Организаторы выставки также убеждены, что нельзя позволить забвение подвига миллионов солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. А потому регулярно проводят мероприятия, которые позволяют жить памяти о военных годах. Владислава Витковская, Сергей Трифонов, 41 канал.